Туинская борьба хурыш – древний любимый национальный вид спорта с красивым ритуалом, разнообразными приемами и захватами. И по праву является национальным достоянием туинского народа. Хурыш с ранних лет учит преодолевать трудности, воспитывает крепкий характер и стремление к победам. В честь празднования 1 мая в столице Тувы прошли захватывающие соревнования по хурышу среди мужчин. Здесь съехались борцы почти со всех районов Тувы, кроме Терехольского и Тотжинского. Сегодня из 4 подгрупп определим сильнейших, и 2 мая уже выявим победителей. В каждой подгруппе по 16 участников, и получается, на одного борца приходится по 15 соперников. На арену вышли 64 сильнейших борца, чтобы побороться и продемонстрировать свое мастерство. Один из них – Кайгалол Ондар Хартагамюгэ, титулованный борец Тувы из Сутхольского района. Напомним, что звание было ему присвоено на прошлогоднем чемпионате по национальной борьбе хурыш, который проводился в честь праздника животноводов НАДЫМ 2023 и Дня Республики. Тувинской национальной борьбой хурыш занимаюсь еще с раннего детства. Если быть точнее, то с детского сада. По сей день принимаю участие во всевозможных соревнованиях. И сегодняшнее соревнование не стало исключением. Здесь собрались сильнейшие борцы республики. Все они готовились всю зиму, поэтому подготовка достойная. Трибуны стадиона были заполнены поклонниками хурыша. Каждый из них болел за своего фаворита. Борцы продемонстрировали не только высокий уровень подготовки и техническое мастерство, но и настоящий национальный дух тувинского народа, который ощущался в каждом поединке. Для меня нет более красивого вида спорта, как тувинская борьба хурыш. Всей душой люблю хурыш, поэтому не упускаю возможности насладиться зрелищными схватками. Я болею за каждого своего земляка, но в большинстве случаев за Сайынбелека Тулюша. Отмечается, что за первое место вручается денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей, за второе – 50, третье и четвертое – по 30 тысяч. Последующим борцам до 8 места – по 20 тысяч рублей и до 20-го вручили ценные призы. Айдана Сенденма, Буян Мангуш, Доржусат, телеканал Туа-24.